шея здесь осталась. Как цепочка. 15-15 примерно, вот произошел этот хлопок. Обернулись все, увидели, что Иван лежит. Побежали к нему. Все происходило, это примерно вот, где ребята занимаются, ближе к той стороне линии штрафной, то есть это там все произошло. Прибежав, увидели, что лежало лицо вниз, перевернули. На груди была разорвана, не разорвана, сгоревшая футболка. Ну и начали принимать вот, реанимационные действия. Как я из дома уходил, последнее, что я помню. И все. И потом очнулся в больнице. Легкие. Тяжело, ну, тяжело дышать там вот это все. Но сейчас все лучше и лучше становится. Хорошо уже все.